воевали все, а вы нас ждали, дорогие женщины. За интересы, как американцы любят говорить, а мы почему-то стесняемся, либеральный чем, черт подери. За интересы великой империи под названием СССР, геополитические. Ну, а теперь, собственно, автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, вы когда-нибудь, вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали недели до отлета домой? Вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа, да сильнее ветра. Там пылают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня? Если это случалось, вы поймете меня. Да, романтики нет там, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь, кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем. Неизучены свойства наших душ на войне. Кто-то бредил геройством, а мы пели про снег, про поля, где родились, да про шелест берез, и совсем не стыдились солью сум смешанных слез. Вам, не ведавшим вроде, нет причины тужить, вы спокойно живете, нам уж там не прожить, нам не выйти из боя, не вернуться назад и струну не настроить на лирический лад. Боевые гитары я вам песню пою. Да, гитара не пара автомату в бою, но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах заодно с игроком. Вас дырявили пули и осколки секли, грифы тонкие гнули, да сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, нетипичный дуэт. Я не думаю спорить, петь о том или не петь. Мне гитару настроить, надо к бою успеть. Спасибо. Виктор Верстаков из своих бирюлек издалека, в Калининской губернии, Тверской, просил вам передать его привет. До встречи. Вот спеть эту песню и до встречи в апреле месяце. У него концерт там будет. А сейчас он сказал, дела остались, дела там, дров нарубить, печка там разваливается. Лед в колодце прорубить, там, электричество барахлит. Ну, но пишет чего-то там. Так что все нормально, и я передаю вам привет со всеми праздниками. Поздравляю и с наступающим 8 марта. Всех женщин.